Поставьте шкаф. Извините, все бегут. Тут по тактике что-то напомните, там этот на кого-то прыгает, да, насколько я помню, или что-то такое, нет? Стоишь, просто хилишь, все, ничего, не ну все тогда. Бля. Согласен. Со временем мало. Так. Нервное дело. Ну, вот, кстати, фиалковый перстень я могу купить уже. У меня уважение есть. Ну, профитно ли тебе его пока одевать? Сейчас прям. Не, ну сейчас это не надо, просто мне потом там 213 поменять после этого кражана. Так, это есть, это есть, это есть. Док, там сейчас рыба пропадет. Да похуй. Да, да ладно. Ну хотя да, с двумя пушками Т4. Да не, мне бы хотя бы все сокеты бы вставить. Ой, блядь. Док, это там? Да не, с ума все же. Сейчас я просто сделаю это и похуй. Нужно будет потом просто больше времени дать, я с сакетами поиграю. Вот это сейчас на перчатку просто нанесу. Двора все умеешь дамажить? А что там дамажу? Я же играл вам. Жмешь Mortal, жмешь 3 превосходства и ренду подвешиваешь. Сейчас. Там есть? У нас есть аметрины в этом? В банке. Аметрины. Там сова спрашивает, по спеку тренер ролим или нет? По спеку. По спеку. Да, там есть аметрины в банке. Там в банке все камни есть. Ебаный долларан. Сова, не переживай. Вары не будет тренинг брать. Молнии всякие, блядь. Сейчас зайду. Я выкинул. Что самое хуёвое, у меня 7% хита. Только из-за этого. Это, ты поставь ответственного, придержи триню до конца инста. Мало ли это, шапка не нужна никому будет. Гильду заберем три. Не, шапка нам кажется. На каждый спек нам нужна. Хант, потом. Завоевателя вот вроде нету. У нас никого. Только паладина может быть идет. Антоша. Да, у меня выкинули. 2 минуты. Я уже все сделал, просто сейчас чарку на плечи. Я, бля, пошел за чаркой, меня выкинуло. Да бог с этой чаркой. Да бей бог с этой чаркой. Не. Сейчас надо. Да, все хуёво, короче. Сейчас справимся. Да вы быстро, блядь, трэш еще почти.
Да, это тебе кажется. Да не, будет. Ну, тут спина танковская хорошая падает. Скопы. О, у Вайдана уже есть. Тут спизи. Ну, я бы тоже порулил. Все, сейчас захожу в Сумонте, я принимаю и полетели. Сумонте. Слав, ты здесь? Так, я ж принял? Так вот-то, блядь, бафа не хватает. Дай мне трины. Сколько? Два. Нет, подожди. Да, два, думаю. Так, можно, по идее, на фисле. Ну чё, готов? Блядь, это Слава нет. Слава. Марлоу, блядь. Так, самое интересное. Славянский, ты где? Так, Шика, это вот тебе. Держи. Друзья, так, а так и должно быть. 50% крита. А топор идет? Крит или нет? Типа он пишет? Да. А че, мало топор... что? А, все, тогда заебись. Ровно 50. Мало что? Ну, все, Слав, иди пуляй. Давайте, киллрека, ебать, пизда, ну или быстро. Давайте не обожрёмся, пацаны. Это будет красивая победа. Давайте, Гера, погоди. Короче, кнопку я бы не поставил, да на макрос. Отхиливайте там его. Да не играйте в цепи, играйте. Не, играйте просто, играйте в цепи, чё. У меня врагов. Эти цепи, цепи. У меня на героях нету просто этого. Просто. Трайда пиздец, как заебатая, типа. Да у меня символ это. Вообще ставит он нахуй. А я думал, что у меня радар, а где-то спадает.
Я жалко, в бою нельзя макрос дать. Бать у него игры, конечно, у Аланса осталось. Бесконечно? Не ради, а игры. Прям, Ну да. Гондёр не упал. Я упал. Упал гондёр. Я тебе говорю, во всем рейде, в котором я нахуй, падает гондёр. Чем гондёр Андроидович? Гондёр, придержи его. А кому? Кому Андроидович? Давайте. Жарим. Так, теперь нужно самое, блядь, самое важное сделать. Макрос. Нужны камлаты? На успех надо, или полота. Посмотрим. Кондёр разролю, либо токен. Посмотрим. Новости. Что-то из двух будет анрол. Либо токен, либо кондёр. Ебать, уже слышишь, это уже какой, это уже четвертый кондёр, да, падает? Да. Ради которого я. Да, с тобой. Да. Ебать. Наверное, я притягиваю кондёра нахуй. Ну слушай, я с тобой буду так ходить сегодня. А сколько КД здесь уже кара открыта? Третья, по-моему. Да, третья. Так. Но уже лучше. Тебя руки с роли не отобрали. Относительно недавно. Похититель. Бедная сова. Как и в тот раз, бедная сова, блядь. Сова не везет нашему рейду. А, бахнуть? Что тут за книга? Попробуй, наверное, в стурве подамажить. Я тебя ставь. Сука, я в сову цель дам. Ну-ка, бахните меня. Дайте рыбу. Дайте рыбку. Ты поставил символ? Нет, куда? Ну летист покупай. Да не, нет, спасибо. А тебе не нужны? Ну, по факту нужны 10% мортала, кровопускания и героев. Давайте, арчи даю. Ну, не знаю. А у Малча сколько, 20 лямов, да? 25. Поехали. Зашли все, аккуратненько. Войд, не спеши, дай все дадут. Все, зашли все, куда? Давайте не обострёмся, пацаны. Это будет красивая победа. Ну, ставь, правда, блядь. Дай догу серию.
это я без истерии всякие бурсану об этом. А, без истерии, ладно. На водогу дать. У меня РНД, блядь, падает моментально. Диспау, диспау, пресс. Жаль. К стене. Шаман, то ты ему поближе в центр переставишь. Там тоже косты, помогайте кипать. Извини, стоим, не двигаемся. Что-то у меня на изготовку вообще не пробует там. Попрыс. Саня, ждем, как сейчас пойдем. Встанул. Так. Вот это вот полное, вообще полное. Да, выйдут петухи, да, дальше в одну фьер, одному бан. Остальными что делают? Остальными? Теряют. Ну, парис, профи там потеряешь, не знаю. Эри металли на хильте. А, еще герцли будет сейчас вот до рем. Беги, малышка, беги! А там не было. Там, да, у вара фира есть, что есть, значит. Пошли эти петухи. Расконтролируйте. Чё, Геру? Давай, Геру. Венец, венец. Стоим. Венец. Стой. Ой, я забыл похлопнуть. Ну чё, слышишь, 8 конструкций я нормально ждаю. Не меньше, да, чем... Да, я на армсе, бля, поправлю. Оп, плащик, крит, меткость. И я хочу его, кстати. Я очень хочу его. Это охуенный плащик. Бля, бы тут... Да, нахуй. Да, нахуй плащик. Хотя он ужасен.
Жарим, варим, все пиздец нахуй. Так. Так, что там можно, чтобы таскать ткань херня? Есть у кого этерного нить с собой? Джив сам есть, только. Блять, три минуты камень. Ладно, я за символами. Ребят, я курьера выйду, встречу, жарим, говорит, минуты на 4-5. Эй? Так вы я? Ладно, давай. Ну, минут 5, короче, АФК. Подожди, а это не четвертый КД? Стой, четвертый КД. А, нет, третий. А, из-за все 3 КД у меня 3 кондера падало. Да, двум пукам ушло. И вот сейчас, типа... Да, это четвертый кондер, в первом статику еще падал. А, это четвертый кондер, за 3 КД, ебать. Да-да-да, ну, первый же падал, точно. Я тоже на первого КД кондёр видел. Ну, Вера, это у меня четвертый кондёр, который у меня падает. Да, 3 КД, ебать. Сейчас, скорее всего, башка на пало выпадет. Может, у нас это, как знаете, бывает, два шлема выпадет. Так. Так.
Понимаю. Чем его надо было? Репу шпальнуть, ты чё? Сейчас ждем этого, блядь, жарика. Ставь пока рыбку. За сколько у тебя рыба осталась? Так, сейчас не скажу. 13. Уеси. Что-то мало, блядь, вайпер, что? Ну да. Да мы больше ее просто так ставим. Чем от вайпа. Ну, соло челом ставим. Ну, у меня вот еще висит баф от рыбы. Так, сейчас придумаюсь. Чё там, дедок? Сумой. А, блядь, я полетел за символами, блядь, сделал все, кроме символов, сейчас. Символ. Все, с ума. Фурик, да, 4Т9 от Лярамса 2-2. Давай я кулак буду кричать, потому что у меня он ап. Ты хп. Че, пришел, махня? Я, да, только пришел, бегу. Самотик. Ты не ставил рыбу? Не, ждал. Че, ставить? Да, конечно. А, Джис хотел сюда? Да, да, сейчас. 3 минуты. Так,
Ладно, давайте. А что ты? Так, давай, Ауга, встанешь на зеленый. Стоишь на синий вдох? Давай. Так, дай СС под Аугу, Даша. Все, давай, в этой дипуле. Стенки к стенке бегом, знаешь. Давайте не обосрёмся. Ебать. Служба не слабость. Полетели. Серию дашь дону. Давай, Виктор, давай. Давай серию, давай, давай Геру. Вара, фут, не держите. Сова, сова, вышла, сова. Так, знаешь зубы по вару? Нормально, ты въехал. Ебать, криптуры, вообще пиздец. 20 тысяч. 30! Обновил, побежал. Ты рейд вообще плюнет нахуй, мне кажется. Ладно, успею. Блять, нормально, мы 23% вычислили. Там просто крит. 30! Если что, хилы можете через зеленый перескочить, и он фулманут видит. На хп крит. А здесь синий? А, он на том же. Вообще главное меня не проебать, все вообще будет шутки. Да, первого лучше. Давай. Зубы откатились? Все. Зубы в КД минуту. Да, блять, морец, что не навара. Так, третий вышел. Все, все, заебись. Фрига мажа. Так, убежали. Ну куда не ты, его? Пиздец. На шаман полутал. Щиту рейд. Сейчас плюнет. Плюнул, плюнул. Живем. Прожимайтесь. Хорошо. Архируйтесь. Лок, ты кидай курс тоже. Первого уже вышел. Сейчас вторая будет. На меня. Сейчас по команде зубы сдашь. Сдавай. Сейчас, товаром. А лужим аккуратнее не бегать, когда я даю аспект. Ушли. Хорошо. Да, по команде сдашь капельку пук. Вот,
Каплю бабу, если что. Потому что там нормальный дым. Так, я свой бурс нажал. Блять. Он еще и мана гонит. С истерии есть, может, с серии бибер. Он в истерию въебал, я свой бурс проебал. Уже вышли. Это первая или вторая? Вторая. Вот сейчас давай повару капельку и уже не прожимайся. Может, ману дать буду. Все, повезло на банк. Готовься убегать. Убежали. Нормально, так что мы ебал отрезаешь. 5 лямов нанес, второе место давай. Сейчас добьем его. Ну просто, ну блядь, при том то, что у меня два промаха каким-то образом было превосходство и 3 некрита. Типа у меня 48% крита, 50 сейчас. Ой, не критануло, типа. Первая лужа, да, была уже? По команде зубы даже так не будет ходить. Вторая, сова. Сдавай зубы сейчас, товар. Нам еще убить вообще, бля, повезло нахуй. Колопим его, нет? Это... Уйди, сова! Ты у меня эту хуйню забираешь. Пизда, ладно, стой. Добьем, стоите, побейте. Плевать. Что это? Говно хуйня упала, пока это бог приводит. О, шейка на дух. Отлично. А чё вы не этот, не чё-то не, варгенов не даются? А, ебать. Я вылетел из инста, они у меня пропали, короче, понял? Блять, ебать, я клоун. Ну, кого варгена есть, дайте. Нас никто не нажал. Ни одной книжки, блядь, не нажал. Шахматы будем долбить? Будем, а чё? Ой, чё, да. Что, шея нужна кому-нибудь? Ну да, приспи можно. Не, профит зайдет. Правда, у меня 200 или сейчас там чинить сразу же. На шахматах, кстати, я ни разу не был, если что. Так что да. Расскажите, что там да как. Так, у меня дживс появился. Поставим сейчас на шахматах дживс, я себе зачарю. Что там выпало? Павших, да? Это на хеллов. Поставьте ГБ, если есть вовремя, пожалуйста. Так, джипса поставил. КБ у меня нету, и почту тоже поставил. А у джипса, блядь, нету, кстати, этерного нити, блядь. А, да? Ребят, есть у кого с собой этерновая нить? Там партняшки, ебать, с тобой носят. Я с собой не ношу. Ну ладно, похуй. Вон, Тиряки, ты здесь, кто-то? А, у друида есть. А, все? Есть. Где ты, друид? Расставь метки, ебать, где стоять этим. Не крали там. Помнишь, как мы прошлый раз бегали? А, блядь, ты же не с нами бил.
Мы, короче, некролитов метки ставили, двоих выводили их. Вот. Да. Ну да, друг за другом должны стоять. Да-да-да. И там что-то... А, и рядом с нами стоял король, короче, который баф у нас. Научно раз. Не знаю, а, у тебя нет сит, сейчас я вам сит. Пятки, пожалуйста, пока зачались. Так, сам не отойду. Поставил, получается. Вой, поставишь метки? Ой. Там ассист, да. А то я, честно, вообще в душе не иду. От чего у тебя либо разваливается? Почему? Да, сейчас да. Ну, да, блядь, я сяду в некролита. Давайте, вот я, вот как раз таки стоит, кто там стоит, шаман возле первого некролита, я сяду во второго. Вот, в чернокнижниках, когда ты садись, воет, в короля док сядет, когда придет. Тогда все остальные садитесь в рубак, ебать, и поводите их сразу вперед. По максимуму, особенно те, которые возле некролитов. Два. Три, да, ты в короля залезь, ты просто будешь нас бафать. Вот рубак всех сразу все водили вперед, кто не в метках, ебать. Ой, сядешь туда чернокнижника, я правда не знаю, что он делает. Давай, поехали, я запускаю. Подождите, а мне куда профиту вообще вставать? Что делать? Садись, говорю, в любого рубаку садись и выводи вперед его по максимуму. Все, сели. Давайте, выводите рубак. А, он герон. А вот этого рубаку перед чернокнижником вы видите? Тоже кто-то, да, сядьте, вы видите. А ты можешь топнуть вот сюда, вот да, я пропущу тебя? Рубака, который, а... да, асус вперед, ага, хорошо. А я вот сюда вот топну. Пусть тогда, вот, я могу вот сюда вот между вами, да, стать или нет? Блин, на там пехотинец нам мешается, ебать. Я вот сюда вот пройду, там Геру. Не дал. Ты нормально, да, стоим вот так вот? Заебись. О, я даже пахнул нахуй, чтобы все дома. А, во, хорош, там лейн вышел, чтобы мы ебал ломал. Хорошо, вообще все. Мы бьем лейна. Асус, где мы... Чем собаку поставил сюда? Все, рубак вывели, остались всех выводить. Рубак вышли, кто там сидит, и выводите демона вперед, ебать, собак. Демон, по-моему, ебашит в ОУЕ возле лейна. А в собаку садится? Зачем вы демона туда вывели, блядь? Вот, там собака сейчас может дамажить. Вот, все, собака, поворачивай себе лейна. Собака же бьет в этом, да? В миле. Только не толкай вперед пока что рубаку. А, ну хотя я пойду к королю пройду. Да. Можешь толкать. Ибо один плей на четверку жать. О, мне так. Я вперед топну. Итак, развязка. А че вообще лог делает? О, он дамажит. Тоже домашка. Ты чё, брат? Сука.
Я все равно книжника бафу. Ёб твою мать. Можно обратно, кстати? О! Вот да. Сюда становись, сова. Уведёшь короля обратно, я стану на место? Да, зачем? О, все, давай, да. Давай, перемещайся. Сейчас. А чё ты так поставил? Ну, зачем там? Ну, там демоны, да, его ешьте, долбоёб. О, у нас вообще всё охуенно. Сейчас толкните рубаку вперед, сейчас пехотинец по центру умрет. Я пока не могу прочитать это заклинание. А, ну или хотя, может, король прибьёт рука. Что там, блядь, скоро убьёт всё, а хуй как он был убил? Долго? Вообще все бьют, все просто задействованы. Ебать, на него курсу еще повесили. Руками дива. А вообще, по сколько волк бьет? 3к курсом. Как я, в принципе, лок? Он говорит, еще все забыли. Ебать, гроссмейстеры. Ну не, нормально, мы сыграли вычетно. У нас прям все четко, ебать. Опа, сибаса. Да уже не убьет даже не кролик. Стал бы назвать их. Сейчас демон сдохнет один. Что он стигера дает? А, наносит ему урон. Это заклинание. Подхили демона слева. Первый, точнее, черт, который стоит. Сейчас подхили. Да уже король ему ждет, точно. Ууу, щит, мы, блядь, смогли это сделать. Угу. Вот и все. Ну не так и долго. Заебись. Какие башмаки там. Я ни разу на шахматах не видел Нека кастерского. Блядь, что за поезд? Так, сейчас два сокет. Интересно. Два красных камня, ебать, охуеть. Давайте полетели, господа офицеры. Блять. О, я ремень выиграл, кстати, хороший ремень. А чё-то, а зачем эта книжка нужна? Нажмёшь просто для веселья. Ты только нажал варгенов, есть? Да, я сейчас нажму перелоска. Да, истерия, кинешь дога, а ты, короче, снимешь ее за 10 секунд, короче, до конца. Не надо мне истерию кидать, не, я не буду снимать, я свою хуйню ножу. Ну да, мне дашь истерию. Че, дог, не хочешь обмен башмаки на пояс? Да, мне вообще пояс не нужен, я не нажимал. Но он интересный.
Да. Да нет, он слишком много статов срезает. Крита, мастерства. Ну, типа, в Т5. Т5, он нормальный. Потому что там Армс играет через хосту, и типа по и капитал у них достаточно. Ну да. А тут нормально он так режет. Я даже отдал бы кому-нибудь все нам. Так, у нас нету хотов. Бля, сейчас, наверное, минут 10 будет длиться, да? Да нет, меньше. Чё, ИК идём после этого? Угу. Кого ИК КД? А у кого КД? Да. Есть по... У кого из пугов есть КД? О... Заберём. Нет, у меня нету спека на ШП. А у тебя нету? Как космо. Ну давай, похуй. Космо, а ты же ходил с первым-вторым статиком на Феррале? Я что-то не помню. А, и чё, ты что, выролил? Нет, кажется. А, он голову забрал. А, голову он заебил. Пойдёшь с нами, следующего кисти заберу. Или Пуку тоже кисти там нужно, не помню. А, у нас у Пуку нужно. Да. Так у нас никто не умирал, вроде бы как. Так что рыбу не вставим, давайте ребафнемся. В принципе. Тут много... какая-то тактика есть на мультизаре? Конечно. Стоишь просто в РДД-паке и бегаешь за ним. Все, понял. Все, давай, поехали, бля. Так, подожди, а... У меня варгена скуша. Ну-ка, Ауга, на. Ауга, ты где? И с этого, с танка диспелишь этот. Ауга, на. Вставай, ты куда? Вставай, встань, борода заебать. Уши. Не тащи. Блять, среди хлама бы еще найти. Че? А чё за уступом, может, пятаться не варит? Да и, блядь, я просто это слагнул, короче. Дай мне Сергею сейчас. Варгена прожимал. Ой, здесь Сергея? А? Так, РДД, ушли в РДД. Нет, налево. Всё, стоим. Он её снял, просто. Тотем здесь обнови, шаман, не достает никто. Шаман, обнови здесь тотема. Космо. Он говорит, не достает. Они реально не достают. Но. Бля, в наш опять летит? Да. Да, переходим. Надо побывать и босса. А-а-а. Надо было под это, сзади, ёпта мать. Чё, ладно, падайте. Да. Падайте, падайте. Заходите под этот. Да не, какой падать?
к дверям. А куда у нас? У нас лежит, блядь, шаман лежит, блядь, приз. Куда он идет, он и выйдет. Не вставай, а тут здесь. Тут, блядь, бежать нахуй 5 секунд. Можно ливать, это, блядь. А чё, починили порталы, теперь просто можно к каждому боссу почти, да? Да. Да. Типа чисто закинул два, блядь, первого голема, сразу же в комфорт, блядь, первого, второй, нахуй. Да? Я в ахуе просто. Как бы под эту волну, если встаешь, то сразу шот, да, если даже вот она там была. Просто тебя срезает хп, он, и, блядь, волна, он тебя кидает голема, ебать, а голем сразу ебашит. Понял. Да дайте ему срез, ребят, чё вы стоите? Давай, блядь. Может, давно бы добежали мы уже. Я думаю, вы уже все встали, брос. У меня фреймов нет. Эф, джифса. Ой, джифса, блядь. Где рыбу? Давайте пожрали, блядь, рибафы на себе прийти любили. Кстати, арчедаю на пол, на готовность. Рибаф. Давай, полетели. Прям давай на распулась лезть, я потом хочу снимать. Давайте не обострёмся, пацаны. Это будет красивая победа. Опять, блядь, летит в нас, ушли вы налево. Че, ебанутый что вообще нахуй, блядь? Сова, смести, сова. Че это сейчас за рандом я ебу нахуй вообще? Как это работает? 60% крутая, такой гиперобластный какой-то. Читаю, у тебя депайсы вообще очки. Миль летит, по-моему, брать. Да, выводи, выводи, наверное, на нас его. У него 205 ДПС. Стойте, жди, пока каста он срежет. Обводите лучше по кругу. Эти классные играйте. Аккуратнее, аккуратнее. Чуть-чуть сместились назад. Там стоит костой. ДЦ, ДЦ. Блять. Блять. Верю. Верю, вот друид. Дроу и БР. И сразу Инра Мазолей. Танка поднимите. Блять, заебал, по-моему, нас летит, да? Вперед, вперед, прошу немножко. И влево. Сейчас кастанет нахуй кольцо. Пиздец, стоим, бьем пол. 15% повесить.
как он нахуй заебал на своем лучезаре ебаном. Лок, повешай 13%, сова сдохла. Близко подошел. Ты кольцо убило. Смотри, опять тут ехал. Блядь, надо пиздец. Смотри, он просто ровно миль летит, ебать. А, нет, нас надо. Не-не-не, нас не садили. Назад сместились. Мы бить не можем. Опять. А можем, можем, давай. Чуть-чуть поближе подведи его сюда к нам. Нормально стоять. Да нормально, у тебя кастер бить не могут. И хилить. Просто два голема зажало, блядь. Ты его не туда повел вообще, зачем? А мы перебежим вообще? Давайте попробуем перебежать, охозяем вообще. Перебегайте, вам ничего делать. Ну куда? Ну пизду, да. Падать типа. Я ебал этого просто босса нахуй, это вообще рофл какой-то нахуй. Давайте. Выйдем. А просто все нахуй, всех големов кидает щетка либо в мире, либо в РДД нахуй, просто всех, блядь. Можно ебать, это, блядь, не игра, это... Дали, прибежали. Куда телепорт давать? Последний, там, в Биг 2, по-моему, последний сам. Не хочет умирать, получается. А что ты что же они так сделали, ебать? Просто рандом ебаный. Ставь рыбу. Что за хуйня? На 51%, а? 51% крита, а у меня, блядь, 4 некритовых. Давайте, блядь. Чё, на баф, на пул. Чё не хватает, дроид? Винту дай, мах. Ну, у меня 51, плюс талант 50 должен 100% критовать. Всё, пуляем. У меня из 106 4 некритануло. Чё нет? Ну это Сирус. Кстати, ждите, пока вернется. Давайте мне обострёнка, пацаны. Это будет красивое победа. Ой, блядь, ебал эту хуйню. 7% меткости, когда тебя промахивают стрелить в ноль. Там же это кольцо дамажит вроде, щит не пробивает для Цшника. Лучше да, не искал. Ну повесь на меня щит. Сейчас приду. Ладно, заебись, да. Не пробивает? Не-не, если ровно вешать под это, пробивает. Да летит опять в нас тут, блядь. Дальше точку.
Вар. Так, сейчас сместились левее. Чуть левее. Стоим. Дай стойся. Это нюх убегаешь нахуй. На всякий случай. Я стою нахуй. Стою дамажу, блин. Ух ты, это чё тебе так прилетело больно? Там бывает раскастовочка от Молчезара на 20 тысяч. Они не в нас тут? Чуть вперед, блядь. Пойдёмте к выходу. Выходу. Больше бы не было хуя. Не вышел. Куда побежали? Зачем вы побежали? Вы чё, пьяные? А нахуй вы побежали все, блядь, в огонь, блядь. Ладно, упали, давайте. А, откинуло. Нас откинуло. Двоих, троих. Ну, ты как это вообще бить, ебать? Он просто кинул, блядь, за спину, ебать, и дает кольцо, ебать, просто. Неинтересная игра. Можно ебать, это, блядь, не игра. Это просто последний нахуй. Ну, говню, блядь, хоть понерез. Встать же, позже всегда.